Длинные выходные прошли по знакам прекрасной половины человечества. В эти дни со всех культурных площадок курортного района звучали поздравления в адрес милых дам. И сегодня эти мероприятия мы собрали в один выпуск. Конечно, коллектив телеканала «Залив ТВ» присоединяется к искренним поздравлениям. Дорогие женщины, всегда оставайтесь красивыми, счастливыми и любимыми. Любовь, нежность и весна слились воедино, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Праздничный концерт, посвященный 8 марта, состоялся в Большом зале кинотеатра «Курортный». Пришедшие на мероприятие самые обаятельные и привлекательные получили порцию хорошего настроения, а также море теплых и добрых пожеланий. Дорогие женщины, дорогие матери, коллеги, сестры, жены, любимые, от всей души, сердечно поздравляю вас с праздником весны, надежды и любви. Я хочу пожелать вам доброго здоровья, семейного уюта, благосостояния и хорошего настроения на долгие годы. С праздником! Вы – это самое главное для нас – мужчин, да, можно поругаться, да, можно где-то расти, да, можно где-то. Это все временно. А любовь, она постоянна. И вот это вот, то, что сегодня показали фильм, весна, цветы, любовь, надежда, вера, берегиня очага, все вы. Конечно, главенствующей темой в этот прекрасный день стали песни о любви в исполнении российских актеров театра и кино Ивана Ожогина и Анастасии Макеевой. Любимые песни с давно знакомым мотивом и словами, исполненные дуэтом, не оставили никого равнодушным. Давно известно, что любовь не знает границ, и ей покорны не только все возрасты, но и все языки мира. Удостовериться в этом можно было сегодня прямо на концерте. Хочется пожелать, чтобы такие музыкальные подарки как можно чаще радовали прекрасных дам.